Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Ведьмака в прошлой серии, точнее в конце ее. Мы тут. О, Альп. Воскресла. Мы занимались ограблением банка. На банк напали с кое-то Элли. Давай, до свидания, Альп. Ой, как раз прокачаться можно. Хорошо. Так, два серебряных таланта и два бронзовых таланта. Сила. Это базовая мощь знаков. Там... Выносливость. Иммунитет к боли. Восстановление энергии, сопротивление ядам, сопротивление боли, сопротивление оглушению. Хорошая штука. Очень хорошая. А в ловкость еще тут боли плюс 15 можно пририсовать. Длительность воспламенения у меня будет снижаться. И тут чего? Сопротивление нокауту, повреждение во время кровопотери. Вот броня плюс 5, хорошая штука. Иммунитет кровопотери. Короче, давайте вот это вот вкачаем, вот эти вот два. Брони плюс 5 и вот этого вот. Потому что, ну, пригодится, да? Ну, драться я больше пьяным не буду. Так. Тут все прокачано. Тут вкидать нечего. Ну, то есть я не хочу вот на зарядку это все кидать. Иммунитет к огню. В силовой стиль можно больше кровопотери кинуть. И норм. Но в основном я же групповыми стилями дерусь, поэтому... Вот так вот. Да, и теперь давайте-ка займемся... Так, гнев оборотня. Позволяет купить улучшение ловкости хищник. А улучшение ловкости хищник. Атака плюс 50, уклонение плюс 50%. А, ну работает только ночью. Ну какая хер разница? Варим. Так, душа пса-призрака, что дает? Дает вам один серебряный талант. Да. Да. Зелье Раффорда Белого. Кошка. Король и королева. Нагоняя страх на ближайших противников. А, это бомба. А, так, регенерация энергии. Это масло. Мощь голема. Позволяет купить улучшение интеллекта. Восход луны. Что это за восход луны? Улучшение интеллекта. Восход луны. Мощность знаков. Работает только пока... Пошла луна. Я знаю, это будет полезно, по крайней мере, да? Так, давайте-ка, потому что это мутаген, это очень хорошая штука. Так, яд повешенного, смазать можно клинок. Я хотел еще ласточек забабахать. Но мне не хватает, да? Чего мне не хватает? А чего мне не хватает, собственно? Требуется лучшая алхимическая база. Что за база? О чем это вообще? Ладно. Филин. Повышает регенерацию чего? Регенерацию энергии. Нет, жопа. Кошка. Кошка, кошка, кошка. Кошка у меня есть там, в принципе, еще. Чайка. Эликсир. Основа алхимических препаратов, легкий ведьмачий галлюциноген. Ага, то есть вот этих вот надо готовить, да? Я понял. Тогда мы можем еще одну ласточку сделать.
Так. Масло от падальщиков, пурга. Улучшает рефлексы, скорость реакции, увеличивает вероятность отразить удар. Но знаю я это, типа замедляет все. Несимое повреждение, но лишает возможности отразить или уклониться. Вот один гром, в принципе, тоже стоит. А сколько у меня ласточек? Давайте-ка еще ласточку. Вот, я думаю, нормально, да? Отдохнем суточки. Ты, Зигфрид, там подожди. Я тут важными делами занимаюсь. Альп. Ну, все. Так, теперь давайте-ка упорядочим наш инвентарь. У меня 5 штук ласточек. Нет, пускай лучше будет 5, да? И вот куча мутагенов. Мощь голема, например. Так, выпили. Потом гнев оборотня. Туда же. Способность хищник. И пес-призрак. Давно я уже собирался это сделать. Так, гром нужен. Рефорд белый, пускай остается. Кошка. Ага, вот у меня же есть еще одна кошка. Не, можно только по одной таскать кошку, да? Да ладно. Так, с руна земли. Камень. Давайте заценим, что там пооткрывалось. Так. У меня один серебряный талант. Ага, то есть тут сюда даже талант уже вкидывать не надо, да? Это хорошо. То есть мощность знаков. И вот где-то ловкость. Вот, атака и уклонение плюс 50%, если работает только ночью. То есть, в принципе, очень-очень даже. Так, мутация. Позволяет передать некоторые ингредиенты вместо того, чтобы варить. Ага. Ага. Сервис ингредиентов стоит 20 очков здоровья. Токсичность. Это что-то вообще адовое, наверное, для алхимика. Иммунитет к боли. Давайте вот это вот вкинем, потому что мне... как бы сопротивление очень нужно. Сюда что? Ну, это всего лишь мощность знаков. Такое. Боль. Боль, кстати, хорошая херня, но... я вот сюда вот хочу вкинуть, потому что, ну, все-таки тут больше по сопротивлению. И, наверное, больше качать это все не буду. Так. О, иммунитет к боли. Ёпта. Иммунитет к ядам. Иммунитет к кровопотере. Атака плюс 25, уклонение плюс 25. Действует только если ведьмак отравлен эликсиром. Блин, интересная херня. На самом деле интересная. Ну ладно. В принципе, прокачались. По полной программе. И теперь можно идти решать с эльфами. Бля, а чё они так часто респятся-то? Я уже 3 штуки зарезал. Этих конченых. Ладно, пошли уже с эльфами решать вопросы. Гоу, блюдошные. Да не то.
что, вообще офигел? Скуэтель, фехтовальщик. Кажется, он сбежал. Ну да. Но мы прогнали его из банка. Спасибо за помощь. Как я могу тебе помочь? Можешь помочь уничтожить Саламандр. Интересная мысль, но как? У меня есть могущественные друзья, которые знают, как уничтожить эту организацию. Я что, буду частью какого-то политического заговора? Да. Зигфрид, мы через многое прошли вместе. Там у банка ты доверял мне. Ладно. Какие-нибудь детали? Нет. Таверня Новый Наракорд. Каждый вечер устраиваются приемы. Приходи сегодня. Я приду. Жди нашего знака. Вот оно чё, да? Колечко, золотишко. Награбили ушлепки. Эти твари честно не зарабатывают. Это все награбленное у людей. Обычных людей. Сколько церемониальных мечей, это капец. Такс, это мне куда же? Туда, в купеческий квартал. Давайте посмотрим, есть тут какое-то или нет. Да не, нету их. Давайте тогда при помощи места силы. А, тут только можно провести ритуал магии. Я думал, можно телепортироваться, но так как это было на болото. Ну, похоже, что нет. Решетка. Заперто. Ладно. Так. Утопец. Шалом. О, как вы плохо умираете. От обычного меча они совсем плохо умирают. Такс. Пожалуй, это все. Теперь я надеюсь, мы таки сможем уничтожить этих саламандр. По крайней мере, избавить их от влияния на город Вазиму. Ну а наша главная цель, само собой разумеется, это все-таки вернуть все ведьмачьи секреты и убить тех, кто приложил руку к похищению. Так, банк Вивальди. Зачем мне тут? Ведьмак, как в старое время. Что? Такс, давай продадим тебе кое-что. 60, это не очень много. 300, вот это нормально, да? 4500 у меня есть. Хорошо. Так. Я думаю, это все. Больше ему продавать, в принципе, нечего. Мне бы какого-то еще обычного торговца. Ну ладно, давайте поговорим с Велератом. Ведьмак, что там про... Они мертвы. Почти все. Почти? К сожалению, их лидеру удалось бежать. Мы найдем его. Ты
заслужил орден Ведьмак. Спасибо. Так, Белера. Мы можем пойти домой. Именно. Можете. Так, ага, новый Наракорд аж там. Блин, это дождь сраный. Все прячутся, не стоят на своих местах. Так, нам нужно к таверне, да? Там стоит встретить Зигфрида. Так это же розы. Это же розы, ну. Ебать, что тут неизвестного? Аристократ. У меня такое чувство, что Зигфрид из Ордена Пылающей Розы решил за моей дочкой приударить. Да? А почему-то у меня есть такое подозрение, что нет. Ведьмак, прячьте женщин! Прячьте женщин? Окей. Купец. Думаешь, ты такой умный, что связался с Орденом? Думаешь, рыцарские щиты защитят тебя от саламандр? Ты заблуждаешься. Ты мне надоел. Ты мне надоел. Ты всего лишь пешка на шахматной доске интриг. Тебе не победить, ведьмак. Отступай, пока все еще есть время. Ты бы удивился, если бы узнал, сколько раз в моей долгой жизни мне приходилось выслушивать подобное дерьмо. Не играй с огнем, ведьмак. Никому еще не удавалось победить саламандр. Я буду первым, ублюдок. Ведьмак Геральт, я удивлен, что ты жив. Так, жалко, что нельзя его прирезать, а то он меня уже затрахал. Дебил. Конечно. Будет очень грязно. Или хотя бы просто сдать его страж. Тоже неплохая идея была бы. Как дела? Хуже некуда. А у тебя? Такс. Ну что? Блин, а где ж бы найти твою дочку, вот? Ты иной. Как интересно. Умерь свой пыл, милый. Сейчас я разберусь с одним делом и сразу подойду. Я валюсь с ног. Есть свободные комнаты? Для тебя 5 аренов. То есть это хорошо или это не очень хорошо? Для меня. Хотя я всегда платил 5 оранов, поэтому, наверное, это скидка. Хочется быть крестьянином. Дерешься, как баба. Текс. Сохранимся. И пойдем на прием. Теперь у нас есть могущественные друзья, действительно могущественные, потому что Зигфрид мало того, что рыцарь, так он еще и честный человек. А где он? Да? Лео. До встречи. Угу. Тут никого нет. Зиг, где ты? Где ты, Зиг? Тандер. От вас одни неприятности. Не понял. Вот что-то сейчас реально не понял. Так, надо рассказать Трис о тайной встрече. Ну ладно, пойдем к Трис. Черт, почему бы и нет? Сейчас опять эти херовы полезут.
Странно. А должны были. Так-с. Может, конечно, Трис Меригольд мне что-то еще расскажет. Клянусь честью. Но с эльфами я явно договариваться не собирался. Так-с. Трис. Скорее всего... Что? Да, скорее всего, она на втором этаже дрыхнет. Да. Привет, малышка. Говори, а потом убирайся с глаз моих. Я нашел для нас союзников. Отлично. Встреча с Лео Варденом – идеальная возможность все обсудить. Согласен. Геральт, ты должен знать, что мы разозлили очень могущественных людей. Эта встреча может многое изменить. Ты о чем? Закончи все свои дела в Вазиме и приготовься. Возьми какие-то эликсиры, потом может быть уже поздно. Ясно. Ну, я вообще-то готов. Я готов. Встречаемся в новом Наракорте. Я передам заинтересованным сторонам. Откуда ты знаешь, кто? Я чародейка, забыл? А ты думаешь так громко, что я невольно читаю твои мысли? Ясно, стой. А ты можешь рассказать мне побольше про этот волшебный коммуникатор, который я нашел на базе у Саламандр? Он позволяет общаться на относительно коротких дистанциях. Если Саламандры использовали его, чтобы связаться с базой, мы сможем их локализовать. Знающий магию может извлечь из этой штуки массу полезной информации. На коротких дистанциях? Интересно. Можешь проверить последний контакт? Без проблем. Коммуникатор отправил сигнал в один из домов в Изиме. Геральт, ты ничего не хочешь рассказать? Нет. У меня есть догадка. Я ее проверю и все тебе расскажу. А пока не думай об этом. Ладно. Береги себя. Пока-пока. Пока. Так, новый Наракорт. Так, Трис отметил на моей карте место. Короче, сейчас мы пойдем поговорим с этим Родовидом, как его? Монархом, короче. Магический след. Так, это где-то здесь, да? Вот это что ли? Судя по всему. Да, убежище Родовида. Здорово. Приветствую еще раз, ведьмак. И тебе привет, Родовид. На этот раз между нами магического зеркала нет. Я рад, что ты нашел мое убежище. Трис Меригольд помогла, я прав? Да. Ты знаешь Трис? Лично нет. Но я знаю Филиппу Эйльхард, а это все равно, что знать всех чародеек. Хорошо. Кто ты такой? Я не имею в виду имя и фамилию. Хороший вопрос. Однако однозначный ответ дать будет сложно. Я вырос при Риданском дворе. Мой отец погиб во время войны с Нильфгардом. С тех самых пор, как я потерял интерес к игрушкам, я начал делать все возможное, чтобы вернуть себе то, что принадлежит мне по праву. Чтобы найти убийц моего отца. Чтобы восстановить порядок в своих владениях. К сожалению, меня окружают продажные предатели. Нимфоманки-чародейки с растущими амбициями. И неудовлетворенные священники Вечного Огня. Ясно. Насколько я могу судить, в Тимерии, в высшем обществе, все то же самое. Не сомневаюсь. Ничто не привлекает мерзавцев больше, чем власть. Ты что-то хотел? Ты в курсе тех странных указов, что недавно вышли в Изиме? Ну да. Я о них слышал. На них якобы стоит королевская печать. Но многие подозревают, что это подделка. Продолжай. Талер был прав. Фольтест не подписывал эти указы. Я бы его подпись узнал. Ты знаком с Талером?
А как же? Хорош бы я был, если б не знал шефа разведки соседнего государства. Значит, Фольтест не вводил военное положение в городе? Нет. Нет. И мне кажется, пора ему об этом сообщить. Кто такая Филиппа? Одна из самых влиятельных гражданок Редании. Она входит в регентский совет, который будет править, пока король не достигнет совершеннолетия. Она подкупила, очаровала или запугала добрую половину всех влиятельных жителей Редании. Кроме того, она является членом той самой ложи чародеек, в которой находится и твоя Трис. А чародеев в нее не допускают? Насколько мне известно, нет. Каждая из этих женщин решила, что у нее есть право вершить судьбы мира. И время от времени им удается. Ясно. Раз ты так говоришь. Не стоит недооценивать чародеек. Прекрасные, мудрые, готовые помочь. Угу. По крайней мере, так они себя позиционируют. Но когда-нибудь я их поставлю на место. Хотя в пользу твоей колдушки стоит отметить, что однажды она уже предала своих подружек. Я доверяю, Трис. Ты еще припомнишь мои слова. Ну, я понимаю, о чем ты. Какие отношения у тебя с Саддой? Я надеялся убедить ее выйти замуж за короля Редании. С помощью Фольтеста наш король смог бы в результате избавиться от всех насевших на него паразитов. В обмен Редания могла бы помочь Тимерии в борьбе со Скоэтаэлями. Не говоря уже о пользе взаимной торговли. Объединив усилия, обе монархии смогли бы противостоять ширящейся власти рыцарских орденов, поклоняющихся вечному огню, а также купеческих и ремесленных гильдий. Кроме того... Хватит, ты меня убедил. Но, к сожалению, я не Адда. А ты, ведьмак, что ты думаешь о дочери Фольтеста? Что конкретно тебя интересует? Тупая, избалованная шлюха. Я спрашиваю тебя как специалиста по чудовищам. Ты снял заклятие, которое сделало из нее стрыгу. Так и есть. Хм. Она может иметь детей? Не понимаю, почему бы и нет. Нормальных, здоровых человеческих детей? Думаю, да. Хотя не помешало бы осмотреть ее кому-нибудь из ведающих. Благодарю, ведьмак. Надеюсь, этот разговор останется между нами. И еще одно. Я знаю, что Адда тобой увлечена. Надеюсь, ты не станешь вмешиваться в планы Редании касательно укрепления династий. Не бойся, да мне насрать. Я не стану вмешиваться. И как же ты догадался? Потому как на тебя смотрят твои люди. Потому как ты говорил о Редании и Адде. Будешь в Редании, жду тебя при дворе. Прощай, ведьмак. Прощай, король. Да. Умный молодой король. Большая редкость. Несовращенный политикой. Так, Знучу, все, пошли. Новый Наракорд. Это единственное, что у нас осталось по итогам. Там еще остались, конечно, побочные квесты, типа поиграть в кости, поздавать вот эти вот квесты на там на Альгулей, там вот это вот. Сейчас мы еще посмотрим, что тут. Так, я обещал найти синеглазую девушку, которую укусил вампир. Где, бля? Так, ладно, секреты Беренгара понятно. Леварден обещал помочь, буду ждать его следующий ход, хорошо. Так, прошлое. Я считаю, что чудовище это угроза, которую необходимо нейтрализовать именно так. Так, кулачный бой, противник посильнее. Мне необходимо добыть для садовника корневища хинопсов, так как херня. Я узнал основы покера, пора применить их на практике. Так, я... Индбридж до Саламандр, ты уже это опасно влезать в политику. Хорошо, ведьмачьи секреты. Больно не будет. Ты уверен, что я могу найти необходимые зубы для дантиста? Это понятно. Хорошо. То есть, у нас в принципе нету квестов. Это хорошо? Это очень и очень хорошо. Вот только вот эта синеглазая девушка.
Ну, сейчас посмотрим. Сейчас я попробую загуглить. Окей, кое-что нашел. Мне нужно найти бордель. Это он. Пошли туда. Я разберусь таки с этим квестом и покажу вам, как он делается. Я никогда его не проходил, но теперь мы знаем, что на этом я сейчас буду покидать, в принципе, в зиму. Такс, и поэтому стоит лучше выполнить этот квест. И уже уходить, чтобы была как бы завершенная история. В интернете было написано, что она обитает где-то здесь. Во. Приветствую, Милздарь. Привет. Приветствую, синеглазая. И чего же ты хочешь, мой беловласый господин? Для начала я хотел бы поговорить. Хорошо, давай поговорим. Джакомо Казанна утверждает, что удовольствие от культурного разговора — лучшая прелюдия. Да, почему нет? О чем ты мечтаешь, синеглазая? О том, чтобы ночь длилась вечно. Обычно девушки мечтают о рыцаре на белом коне и прочей чепухе. Я необычная девушка и могу это доказать. Достаточно только попросить. Да. Я хочу провести с тобой ночь. С радостью, беловолосый. Но сначала ты должен внести вклад в развитие Дома Ночи. Конечно. Всего лишь 500 аренов. Ерунда. Благодарю. Следуй за мной. Я бы хотел реализовать одну мечту, которая уже давно меня преследует. Терпение. Сначала горячая ванна, а затем я исполню все твои мечты. Угу, то есть обычная куртизанка. Окей. Так, ну чё? Тебя мы, детка, отымели. Да. Да. Какой у тебя интересный шрам на шее. Да. Очень интригующий, придает тебе своеобразие. Если хочешь, могу показать и остальные. Удачи. Так, я должен узнать у рыцаря. Или это сестра. Давай вместе с Нильфгардом все было гораздо лучше. Так, ну давай тебе расскажем, почему да. Нет. Кажется, тебя ищет твой брат. Что? Нет, у меня нет родственников. Ты уверена? Абсолютно. Мой дом здесь, с моими сестрами ночи. Должно быть, я просто ошибся. Да. Ну, смотри. Удачи. Так, куртизанки, синеглазая. Вроде больше ничего, поэтому давайте в новый Наракорд поговорим там с этим товарищем. По поводу его сестры. И я думаю, стоит выкупить обратно мой рунный меч. Благо золото у меня есть. Как видите, 4000. Там без горстки монет. А меч тот крайне хорош. Сто 10 опыта. Халява. Сдохни ты уже. То еще рычит там. Опа. Ведьмак. Как я и говорил. Что? Геральт из Риви! Ты арестован по обвинению в убийстве капитана Винсента! Что?
Капитан Винсент? Я видел, как он дрался с Винсентом. Это что? Было ночью, в закрытом районе. Медик исследовал тело и пришел к выводу, что раны были нанесены косой с лезвием наверх. И я рассказал им, какой острый у ведьмака меч. Вы не понимаете. Винсент был... Хватит оправдываться. Твоя дьявольская магия на нас не подействует. За Винсента! Хватай его! Болваны! Вам меня не победить! Поехали. А что, оно, блядь, не работает? Ладно. Винсент Оборотень Мейс. Даже если он и старался управлять жаждой крови, он все равно был зверем. Опасным чудовищем. Его любили и уважали. Они не хотели знать правду. Правду, которая уничтожила бы доброе имя умершего. Убийцу капитана надо было ликвидировать, чтобы правда не выплыла наружу. Они должны были послушаться гласа рассудка. Но не послушались. Так, мне стоит поскорее встретиться с Трис. Блять, как я согласен с этим. Это просто какая-то... срань. Я могу взять ихнюю? Не, судя по всему... Так. Блин, мне бы поговорить вот тут с чувачком, но его, блядь, нету. Я думаю, если я здесь останусь, то за мной придет охотник за головами. И вот, блядь, дилемма. Ладно, сохраняемся на отдельный слот. Я должен завершить этот квест просто. Что? Что такое? Что за говно? А, вот. Так, ты сохранил на отдельный слот или как? Во. Чёрт. А я выйти даже не могу теперь отсюда. Ну, замечательно. Короче, зафейлил я, конечно, тот квест. Ну и хер с ним по итогам. Так, Зигфрид, Трис, Люарден. Вот и я. Ведьмак Геральт, мы ждали тебя. Приветствую. Я беспокоилась о тебе. Да все нормально. Орден Пылающей Розы, судя по всему, готов к сотрудничеству. Конечно. Мы избавим Визиму от этого зла раз и навсегда. У нас иногда бывают некоторые взаимонепонимания внутри Ордена, но... Взаимонепонимание? Неважно. Важно то, что мы магически перенесемся в определенное место. Детали не важны. Трис телепортирует вас с Зигфридом в логово Саламандр. Нихера! Вы откроете ворота для рыцарей Ордена. Магически перенесемся? Когда? Вот это нам и нужно решить. Тихо! Я слышу шаги. За мной следили? Дверь заперта. Открывайте! Девет! Именем короля Фольтоста и Пылающей Розы! Это твою Девет. Мать! Проклятый монах! Позор на наш орден! Он следил за мной, подлец! У нас проблема.
Да. Сигфрид, я знаю, что ты связался с этой ведьмой. Тебе конец. Клянусь честью. Трис, ты можешь перенести нас прямо сейчас? Нет. Сейчас? Идиотская идея. Это может быть наш последний шанс. Алхимбак Хакхара! Я знал одного рыцаря, который сварился в суп внутри своих доспехов. Ты, блядь, советник нахер! Считаю до трех. Дебил! Ты вляпался, Зигфрид! Суп? Может, Не надо! Дарк Хамбра Дерхадриан! Я под... Блядь, я бы их порезал. Ладно, похер. Ох, блядь, как я ненавижу это место. Ну да. Саламандры, кикиморы. Заебись теперь. О, господи. Где? Что-то в этот раз волшебница немного переборщила. Хотя... Открывай, блядь! Смеешь бросать вызов Салам... Ты труп. Дальше. Такс. Хорошо. С этим разобрались. Идем дальше. Я ненавижу это место. Зигфрид. Хорошо, что ты здесь. Такс, подожди. Тут есть какие-то ответвления? Да, вроде что-то есть. Ага. Только заваленные. Ладно, хер с ним. Пошли. Здорово. Ведьмак, у нас больше нет времени! Зигфрид, ты здесь. Быстро, мы должны открыть ворота и впустить рыцарей. Где Трис? Исчезла, наверное, телепортировалась. Но перед этим она наложила на тебя щит Алзура. Чего? Щит Алзура? Могущественное заклинание из книги, которую ты нашел в болоте. Ага. Странно, не помню, чтобы я ей его давал. Она Ведьмак, его украла. Мои братья по оружию ждут. Ты что, собрался уничтожить всех саламандр в одиночку? Да. Есть идеи? Саламандры попадают на свою базу через магический портал. Проклятая эльфийская магия. А мы можем им воспользоваться? Чародейка говорила, что активировать портал можно при помощи камня силы. Один такой камень должен быть в той пещере справа. В той пещере справа. Окей. На выход, ребята. А где воинственный клич? За пылающую розу! Ладно, вперед! Вперед! Thank you.
Да вырубите вы его уже. Все. Ой, простите. Нос зачесался. Иди сюда. Белый волк, мы ждали тебя. Вижу, все уже собрались. Хорошо, решим все сразу. Признаюсь, там на болотах я тебя недооценил. Но теперь ситуация другая. На этот раз ты ничем не сможешь меня удивить. На этот раз ты сдохнешь. Вижу также, что люди готовы пойти за тобой в огонь. И ведь не кто-нибудь, а сам Зигфрид из Денесли. Все складывается в соответствии с великим планом. И если ты проявишь мудрость и отвергнешь глупые эмоции... У тебя будет шанс увидеть, как этот план реализуется. А что, если я откажусь? Что, если я не стану проявлять мудрость? Видишь ли, я ведьмак. А ведьмаки народ простой и очень эмоциональный. Не смеши меня, Геральт. Простота идет тебе не больше, чем кулак в морде. А эмоциональность и того меньше. Ты не откажешься. Ты слишком умен. Кроме того... Кого ты защищаешь? Фольтеста? Монарха, у которого больше грехов на душе, чем у профессора длинных слов в словаре? Тебе ведь известно, что Фольтест обрюхатил собственную сестру, а затем позволил плоду этой любви, нежити, чудовищу, годами пожирать невинных людей. Более того, во время войны он заботился лишь о своей короне. Он позволил Нильфгарду разграбить и сжечь дотла соседние королевства, с которыми ранее заключил союзный договор. Люди до сих пор умирают там с голоду. Стоит ли он того, чтобы его защищали? К чему ты клонишь, Евет? Ладно, это был риторический вопрос. Итак, если не Фольтес, то кто? Чародейская ложа? Нет. О них ты ничего не знаешь. Может быть, ты и спишь с Мэригольд, но ты и понятия не имеешь, на что способны эти стервы. Я мог бы тебе рассказать, что именно они повлияли на большую часть послевоенных договоров. Переселение, депортации, нерешенный вопрос со Скаетаэлями и многое другое. Все это их рук дело. Сдается мне, ты подходишь к невероятно умным заключениям. Саламандры не злые, не злее, чем нужно, не злее, чем другие участники этого конфликта, не злее, чем те, у кого достаточно амбиций и воли. Вы бандиты, которые воруют и убивают. Если саламандры не воплощение зла, то кто же они, Евет? Грубая сила, аморальность, насилие, убийство, предательство. А теперь уж... Нет, вот если это. Если саламандра не есть воплощение зла, то кто же они, Евет? Грубая сила, аморальность, насилие, убийство, предательство. Они идут к цели, не задумываясь о количестве трупов, через которые приходится перешагивать. И как же это тогда называется? Будущее, ведьмак. Эволюция или, если хочешь, предназначение. Я не только глуп и эмоционален. Я еще и старомоден. Я тебе скажу. Засунь такое будущее себе сам знаешь куда. Я предпочитаю бороться с кошмаром, даже если это безнадежная борьба. Я тебе уже говорил, ты не сможешь меня удивить. А теперь умри! Да? Ну попробуй. Проклятье! Считал Зура! Профессор, разберитесь с ним! У меня нет! Подъем, Геральт! На болотах у Еведа не выдержали нервы. Он мог меня убить и забрать книгу заклинаний. Но поджал хвост и убежал.
Щит Альзура подействовал великолепно. Евет смылся, но оставил профессора. Да, профессором я займусь. Геральт, ты как? Нормально. Что случилось? Тебя сильно ударило, очень. Чародейка, наверное, защитила тебя заклинанием. Щит Альзура. Профессор сбежал, а этот барьер блокирует нам путь. Я найду его. Угу. Что ж, дорогие друзья, в следующей серии мы займемся профессором. Разрежем его настолько мелкие части, насколько это возможно в этой игре. А пока всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.